Среди ночи кто-то позвонил в звонок приюта возле калитки. Один из рабочих сонный вышел посмотреть, кто звонил. Но там уже никого не было, кроме привязанной к забору грустной собаки, которая молча сидела, склонив голову. А рядом с ней в коробке ее детки. Собака в стрессе. Она не могла понять, почему она привязана к чужому забору, почему ее дети отдельно от нее, и она не может их согреть и накормить. Было холодно, и парень сразу потащил коробку и маму в тепло. А утром их устроили в вольере. Деточек своих, а? Деточки у тебя. Морды прям как бульдогов, да? Недавно к церкви Иоанна Предтечи подбросили очередных щенков. Сытенькие, домашние и очень похожи на тех, которых мы забирали полгода назад. Этих малышей подсадили к Тионе. У нее много молока, и она, прекрасная мать, приняла их. Собачье материнство удивительно.
Собака будет кормить любого щенка и котенка, тигренка и волчонка. Мы просим вас дать шанс им выжить. Нам срочно нужны вакцины для них и корм для щенков, желательно педигри.